Глава региона провел расширенное планерное совещание. До главного экономического события года осталось 2 месяца. Срок небольшой, но за это время необходимо приложить все усилия, чтобы нынешний саммит прошел так же продуктивно для края, как и прошлый. Все проекты должны быть детально проработаны. Для них должен быть подобран земельный участок со всеми сетями и коммуникациями. Принцип остается прежним. Не важно количество проектов, а важно их качество. Это уже слоган, который должен стать для муниципальных образований края основным ключом к успеху. Именно вот так. Не количество, а качество проектов. А самое главное – их реализация. Я уже об этом сказал. Коллеги, ну и исходя из практики, тоже оторванные от жизни проекты тоже не нужно готовить. Я говорю, что не нужны прожекты, нужны проекты. Потому что прожекты – это то, что красиво на рисунке, красиво на бумаге, а реально никогда не реализуемое. На инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году Краснодарский край заключил 250 соглашений на общую сумму 760 миллиардов рублей. Напомню, экспозиция региона отличалась от прошлых лет. Власти края ставку сделали на промышленные парки, логистические центры, альтернативные платные автодороги. Впервые были представлены направления ветрогенерации и бальнеологии.